там сидишь. Я помню. А парни можно ставить? Да сейчас. Что ты, Пашенька, один остался, да? Никому не нужный. Да еще и без тети своей пришел, любимый. Ничего, я не один. А тетя вообще-то в учительской. Ань, что ты с ним разговариваешь? Не разговаривай с ним вообще. И давай вообще лучше ему бойкот устроим. Вообще не будем с ним разговаривать. Ой, да больно надо. Я с жабами не общаюсь. Да это ты жаба, и причем никому не нужно. Анька, будешь барни? Они очень вкусные. Конечно, буду. Ты еще и спрашиваешь, а с чем они, с кусочками или с шоколадом? Шоколадом. Блин, мой любимый, спасибо. Пожалуйста, они очень вкусные. Видишь, что у меня есть? Я барни не ем. А я не собиралась тебе даже давать. Аня, мы же договорились, мы с ним не разговариваем. Пускай почувствует, как это быть одному. Лучше быть одному, чем с такими жабами. Жабы, жабы в болоте, а мы красавицы, понял? Ага, такие красавицы, что если ночью приснится, можно и обосраться. Не, слушай, ну это же вообще наглёшь. Мы же тебя никак не обзываем, там, козлом, дебилом или уродом. И ты нас не обзывай, мы же девочки. Ой, да какие девочки? То не пацанки, то няшки, тупяшки. Лера, я знаю, что он делает. Он нас просто провоцирует специально, чтобы мы с ним разговаривали. А мы не будем с ним разговаривать, понял? Все, Лера, объявляем ему бойкот. Да, да, вообще не будем реагировать. Даже что бы он ни говорил, не будем ему отвечать. Ой, да никто с вами не собирался общаться, и я не буду. И вообще, Аня, после того, как ты из меня чуть ли бомжа не сделала, я с тобой встречаться точно не буду. Терпел тебя, вонючку. Это я, вонючка? Ты издеваешься? Это твоя тетя тебя выгнала специально. Ты сам ложил, я тебе жилье дала. Ты слышишь вообще, что я тебе говорю? Ты был со мной счастлив, ясно? Аня, он специально это делает, не реагируй на него. Ничего не специально, я правду говорю. И про тебя могу сказать. Например, то, что ты целоваться не умеешь и брови не выщипываешь. Что? Да я целуюсь лучше всех в школе. Любому пацану подойди, все скажут, что я целуюсь лучше всех. Лена, чего? Что, короче, не суть. И что вы мне справляли? Брови у меня отличные. Вот я говорю, отличные у меня брови. И вообще я красотка. Лера, вот ты мне сама сказала, а сама повелась. Не реагируй, и все. Что значит не реагируй, если он гадости про меня говорит и неправду? Так если ты так уверен, что ты хорошо целуешься, иди докажи. Ну и докажу. Ну давай, давай. Ты чего? Доказала, так доказала. Все понятно мне с тобой, Лер. Ань, ну что, как? Понравилось поцелуй? Ну а что? Все как всегда. Круто целуется. Да все с вами понятно, короче. Всем привет. Привет. Что, ты как всегда свою фигню играешь? Сама фигня. Жизнь твоя фигня. Андрина, а что ты такое делаешь? Я в ТикТоксе снимаю. А ничего, что ты должна в ТикТоксе вместе снимать, так сказал Валентина Ивановна. Лер, ну просто так, как я здесь, никто не сможет с тобой спать. А, ну да, так хреново, как ты танцуешь, у нас здесь никто не танцует. Лер, здесь им виднее, они же мне лайки ставят и комментарии пишут. Просто им тебе жалко. Дарина, вообще-то так нечестно. Я с Валентиной Ивановной расскажу. Поняла. Ну что, нечестно, давай тогда вместе заснимем, вдвоем. Только давай что-то там, где поменьше танцев. Что значит вдвоем? А я что, для вас пустое место? Между прочим, меня дети больше всех любят. Кого? Вообще-то все девчонки любят меня. Мне все пишут, какой я красивый, и предлагают мне встречаться. И где-то тебе интересно пишут, если комментарии закрыты? Тети пишут. Тетя мне постоянно говорит, что пишут про меня, какой я красавчик, что я лучше всех в классе. Да врет тебе твоя тетя, она просто тебе самооценку поднимает. А на самом деле это никому не нужно. Короче, Аня, есть классная песня. Ты будешь со мной снимать или нет? Ну ладно, буду. Подойдем к доске. Смотри, для начала мы проговариваем текст, а потом еще слова. Ла-ли-ла-ли-ла. Мы сначала делаем вот так, потом вот так вот, а потом можно теперь сделать вот так вот и еще как-то вот так вот. Понял? Окей. Да.
Да, ну такое себе, я удаляю, как бы снимать там, ну, бессмысленно, потому что реально у тебя получалось не очень. Ты же знала этот тренд, и как бы и пацана опаздывала. Далин, ты мне толком даже движение показала. Ладно, еще давай садись. С тобой снимать просто один заведение. Так, а я к сестре пришла, и я не знаю, в каком она классе. Ну, а как же собираешься ты ее найти, если ты не знаешь, в каком она классе? Вообще-то классов много. Как твою сестру хотя бы зовут? А ты знаешь, мне твоя игрушечка вот эта знакома. Ну, ее Дарина зовут. Она в 8 классе. Или в 9. Или в 7. Дарина и игрушка. Я ее точно видела, это наши Дарины. Но то, что у Дарины есть сестра, я первый раз слышу. Родная сестра. Даже родная сестра. Вообще не похожа. Пойдем, я тебя проведу, у меня урок будет как раз. Давай быстрее, потому что мне Дарина. Сиди и не дергайся. Ну, что, пальцы
где-то вот здесь вот, да? Нарисуй, давай. Где? С какой стороны? Вот. Тут вот где-то вот так вот. То есть печень у нас находится с левой стороны, правильно? Справа, да? Да, Дариночка, справа. Стыдно должно быть. Садись. Итак, с печени, дети, нам понятно, с правой стороны. А сейчас Анечка нарисует нам поджелудочную железу. Аня, выходи. Ну, вроде бы. Я, кстати, я не знаю, как она выглядит. Ну, хотя бы где примерно она находится? Тут, наверное. Ну, типа так. Поэтому находится она под... Под желудком. Умничка, умничка, садись на место, садись. Ну, а теперь Пашенька покажет, где находится мозг. Вот здесь, типа, глаза, брови, а вот здесь вот мозг. Вот умничка, умничка, садись на место, хорошая оценочка, конечно, будет. Ну, это мы повторили, ребята. А теперь давайте мы с вами разберемся про давление крови, да? Как измерить давление крови? Мы с вами, по-моему, уже проходили, да? Я знаю, мне Дарина вот так вот делала и считала, пока я не начну задыхаться. Нет, неправда, такое не делала. Правда. Дарина, это правда? Ты что, издеваешься над родной сестрой? Мама вообще в курсе, что происходит у вас дома? Валентина Ивановна, ну как вы не понимаете, почему она не учится в школе? Да потому что она постоянно врет. Даже сейчас она просто придумала это все. Неправда, неправда. Ты меня еще вот здесь давила и ждала, пока я не задохнусь. Сядь просто и успокойся. Ну это ненормально, Дарина. Это издевательство над ребенком. Она же могла убереть, если ты ее давила. Да, Валентина Ивановна, ну как вы не понимаете? Она просто постоянно врет. Неправда! Да заткнись ты уже! Не бей меня! Значит так, это просто так оставлять я не буду. Это ненормально, то, что творится у вас дома. Пашенька, ты будешь за старшего. Почитай, пожалуйста, про давление крови, девочки запишут. А вы, Селенечка, собирайтесь, идем к вам домой. Ты поможешь мне пока день от вас идти? Камила, она прописывает. Да, бьет. Да кто тебя бьет? Дарина.